Всем привет, с вами Жека. И в этом видео хочу сделать небольшой такой анбоксинг своего первого штатива. Это штатив Wellbond CX888. И может там в деталях расскажу, что он собой представляет. Смотрите мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если несколько слов от себя, то штатив очень классный. Он оснащен 3D-головкой, то есть он там, та сама головка, на которую, собственно, фотоаппарат вешается, она вертится, типа, там, во всех положениях. То есть, там, вниз, вверх, влево, вправо, там, по кругу. С виду штатив очень классный, очень понравился черный цвет. И пусть вас не пугает, что он такой в размерах, вроде бы, как маленький, после того, как вы его разложите, вы узнаете, что он довольно-таки высокий. Как утверждает производитель, максимальная нагрузка это 5 килограмм. Потом там съемной головки нету. Ну, есть, короче, сам фотоаппарат вы можете очень быстро отсоединять от штатива или же присоединять. Там все это сделано под, ну, как видите, вот сама вот эта вот головка, она снимается, вкручивается в фотоаппарат и потом же одевается, то есть вставляется на штатив. В итоге где-то на каких-то съемках, там, если вам нужно быстро, допустим, оставить штатив там в одном месте, а быстро там с фотоаппаратом нужно перебежать там в другое место, вы просто отсоединяете фотоаппарат от штатива и снимаете то, что вам нужно. Если поговорить о весе штатива, то, как написано, он весит 1,3 килограмма. Длина в сложенном состоянии 48 сантиметров. И там минимальная высота съемки 46 сантиметров. И максимальная высота съемки это 145 сантиметров. Ну, не забываем о центральном или центральной выдвижной такой вот секции, которая поднимает и саму головку штатива. То есть это еще добавляет там нормально так сантиметров. Кстати, кто любит снимать какие-то там природу, красивые там видосы, то этот штатив хорошо, можно вот ним делать такие плавные переходы, типа там скольжение, там с одного плана на другой. Ну и всякие такие вот можно фишки придумать.